Слушай, всем привет! Наконец-то у меня руки дошли до этой игры. Кстати, по балансу звука скажите там, а то что-то непонятно. По-моему, игра громковата, да, немного? Я чуть убавлю еще. Игра орёт сейчас. Ну давай вот так, убавил. Почему не тот Дум-то, Раски? Привет, Драксоло, привет. Короче говоря, все очень просто. Легендарнейшая супер игра, которую на уже любом холодильнике там запускали, но я никогда в нее не играл, и я даже никогда не видел ее прохождение. И даже если я где-то когда-то там мельком видел какие-то спидраны там или что-то, для меня это было вот просто, вот примерно как сейчас вот интро идет, ну да, где-то какие-то вот такие уровни и все, то есть я... Толком я ничего не знаю, по сути. Так что это, можно сказать, что слепое прохождение, по большому счету, перед Шимапан. Ну давайте посмотрим, это досовская версия в досбоксе, релиз от Гога. Так. Какой эпизод? Это типа выбор уровня, что ли? А что, тут 4 уровня только? Knee deep in the dead. Skill level? Блин, какой офигенный графон. I'm too young to die. Hey, not to roll. Heart me plenty. Ultra violence и nightmare. Ну... А по умолчанию стояло на вот этом, по-моему, да? Ну, давайте попробуем на этом, но я, скорее всего, хардкорить не буду сильно. Может быть и... на юнца, потом даже переключу. Попробуем на этом пока. Расти, а чё, какой Doom тот? Я не ту версию какую-то скачал или что? Стоп, а тут ходить мышкой, прикалываетесь что ли? Тут ходить мышкой надо. Блин, это очень непривычно. Может тогда проще и на клавиатуре? Блин, непонятно. Направление специфическое. Блин, ходить мышкой я такого еще не видел. Ни хрена себе, с какого-то фига ты 16-й теперь по умолчанию, думаю, считается. Армор бонус взял, хелс бонус. А, у меня ама 49, а хелс 104. А нет, армор еще 2%. Чтобы это ни было. Ну на стрелочку только тогда, ну давайте тогда вообще без мышки. А стрелять как? Контрол. А патроны? А, патроны не бесконечные. Стоп, а тут прыжка нету, да? Прыжка нету. Нет, альт это стрелять. Так, что мне делать-то нужно? Блин, чё он в припрыжку-то бегает? Смотрите, он в припрыжку бегает. Может, надо подождать это лифт? Нет, ничего не происходит. А, пробел? Нифига себе. А, вот, пробел открыть. Да, я, кстати, помню, есть такая тема, что вот это типа шутер из тех времен, когда все, что движется на экране, это все враги. Абсолютно всегда. Не бывает союзников каких-то или просто дружеских каких-то гражданских лиц, там, не знаю.
Это вот Half-Life первым придумал, что могут быть персонажи, которых не надо стрелять, а тут еще такого не было. Ой, это тупик. Нет, это лифт. Сюжет нам не рассказывают. Но, как я понимаю, это спутник Марса, и тут что-то типа произошло. На капс постоянный бег. Ага, вы здесь. Не, ну бег-то это слишком жестко будет постоянно. Блин, ну это неудобно очень. Управление. Ну, блин, специфичное. Я же не могу ничего не прицелиться, я не могу, скажем, лево-вправо ходить. Не, какой ультравиоленс? Ничего такого не надо. Так С в другой стороне. Нет, не С. А. Эти английские стрелки лево-вправо. Ну не стрелки эти, скобочки треугольные. Ну блин, это же неудобно. Ну блин, ну чё, кто такое управление может быть? Да какой левый альт? Я же на стрелочках играю. В смысле? Блин, ну это... А как мне пробел нажимать? Вот смотрите, у меня правая рука полностью занята стрелочками, да, вот этими. Левая рука на Ctrl, это чтобы стрелять. Два пальца вот, вот чтобы вот это делать, на B и U. А пробел у меня каким пальцем нажимать? Ну это пипец. Так и чё мне левый Ctrl? А. Ну я... Ну... А, ну... Понятно. Ну... Допустим. Ну это, конечно... А, у меня кнопка Windows еще есть. Блин, это очень... Это очень специфично. Блин, я забыл, где у меня стрельба, а где вот эта фигня. Блин, жесть. Я подобрал какой-то клип, стимпанк подобрал. На Б ничего, на Ю ничего. Блин, ну... Не знаю, может быть тогда нам, может все-таки мышкой тогда ходить и стрелять, да? А, так еще правая кнопка мыши, вот что делает. Ну, слушайте, на мышке это нормально тогда. Ну, более-менее, конечно, ходить вот так вот, постоянно мышку двигать, это специфично. Но зато хотя бы понятное управление в остальном. И мне тогда от клавиатуры вообще ничего не надо. Да? А, ну ей только shift, если. Ну, я же не... А, нет, shift и... А, нет, на колёсико нажать это вот, это открытие двери. Нет. Чувствительность мыши. О, тут лестница? Лифт. Или что это? Блин, ну какая же это все-таки? Блин. Игра для эстетов, короче.
Ну, я не нашел никакую адаптированную версию. Я подумал, что только есть для DOS и все. Я не нашел, чтобы ее там пересобирали под винду. Так что только DOS-овская. Блин, катафично. Но вы хотите, чтобы я еще сложность тут высокую ставил с таким управлением? Серьезно? Так, прыжка нету. Ну, то есть, эта игра, это, очевидно, борьба с управлением. То есть, нормально это нельзя поиграть. В то время развлекались, как могли. Все странно, игра 93-го года. Так-то не то, чтобы... Да ладно, в 93-м году, по-моему, мышки уже распространены были вполне. Разве нет? Как, ну как не сделать для мышки режим, ну, нормальный? Или он просто тогда не понимал, как это сделать? Что-то прошло. Это типа пересборки под современный движок? Nuclear Plant. Toxin Refinery. Ну, если там вторая часть есть, то может быть я вторую часть тогда уже на пересобранном движке поиграю. А нормальный рендер это какой? А это не нормальный? А как оружие вот это подобрать? Или что? Ну, пока, кстати, реально не это. Даже несмотря на то, что я так тут страдаю с управлением, я ни разу не умер, и у меня 104 хп. Типа реально, что ли, сложность достаточно низкая? Странно даже прям. Я думал, будет сложно. Все-таки же это древняя игра. Знаю, я ваш рофл, это говорит человек, которого 500 тысяч часов в Думе. Нет, я не поведусь на такое. О, ни хрена себе дальность. Ой. Все это смерть? Первая была опасная ситуация. Какой верблюдо в эпохе империи? Не знаю. Ой. Ой, я свет выключил, а тут зомби-апокалипсис начался. Так, и чё? А, карта сказали на тап? Ой, ничего себе. Я первый раз знаю, что есть, оказывается. А, и серьезно, я хожу в это время. Ну, класс.
Так вот, я не знал, что вообще есть карта в доме. Я никогда не видел, никто не показывал. Ну вот вам и гейм овер. Оговорили сложность. Легкая. Не, ну не то чтобы. Я, конечно, говорю, что ой, один гейм овер, и то отпадение в яму, и сразу хардкор. Ну просто как бы умереть можно. Хотя, конечно, если бы меня застрелили, это было бы убедительней. Сейвы есть, но, наверное, ну пока что как бы не кажется, что. Ой-ой-ой. Ну, как бы стейк в середине уровня, наверное, делать только как-то не очень, не настолько сложно. Почему эта кнопка не нажимается? Да, не красные бочки взрываются, это прям осуждаемо. Ну, в принципе, я начинаю привыкать уже к этому управлению. Но то, что бочки-то взрываются, это как бы то, что они не красные, это их не оправдывает. Так, а чё вот я взял и что? Чё ты взял? Какой-то домик. Или мне надо в начало, что ли, возвращаться теперь? Блин. Скользкое тут управление, конечно, страшно вниз упасть. Может мне... А, стоп, мне вот этот проход, по-моему, не было такого прохода. Может мне он открылся? Это быстро относит как-то. О, я нашел второй. А, это ключ-карта, похоже. Так, тут больше ничего нету. А, синие от синих дверей, а желтые от желтой двери. А тут есть желтые двери. Тут были двери, которые я не мог открыть? Это синяя дверь. Прикол, да? Да, классно я сделал. Ну, кстати, хп еще не так много снялось. А, ну, потому что у меня броня, видимо, была или что. Ну, смотрите, уровень-то длиннее стал, да? А, он по вертикали же сам нацеливается. Экзит, а у меня нет ключа для экзита. И что делать? Топ. А, странно. А где? Странно, я без ключа прошел. Так он, я третий ключ не подобрал. Вообще, в целом. Command Control.
Да я понимаю, но я просто говорю, что я в целом третьекрыльчатый находил. Он не понял, он заспавнился или что? Ой, смотрите, сколько тут. А мне еще хп не восстановили с прошлого уровня, что ли? Блин, мне кажется, или он на корточках ползает? Посмотрите эту высоту. Особенно, когда тут идешь. Блин, вот как-то вот так, когда вот идешь на скорости, кажется, будто он на корточках ползает. Ого. Двух одной. Так, ну я же оттуда пришел, да? Ну странно, с учетом, что я могу просто переиграть уровень. Значит, почему бы не восстановить? А вот и ключ. О, мне новое оружие дали, пулемет. О, смотрите, вот и мирные жители. А, это нет, это что-то другое. А чё у меня всё такое синее стало перед глазами? Я могу теперь в кислоту нырять, но только как я из нее вынырну-то? Это что, еще новое оружие? Три заряда? И я израсходую, что я буду с ножом бегать? А, он закончил с таким костюм-то. Так, так тут я был. А-а-а. А все, меня заперли. А, кнопку. Я не знаю, откуда я пришел. Так, по-моему, я... А что не так? Ну, 100 хп, 200 армора. О, минус чел. ЮАК написано. Ну, пошло не так, только чел умер. Так, что за лабиринт тут? Блин, пипец тут лабиринт, рычание чё-то. Я нашел желтый ключ. Так, что за кнопочка? А вот и желтый ключ. То есть буквально ключ в эти двери валялся просто для того, чтобы человек там остановился. И все. Да, та самая игра. Прикинь, я играю ее на устройстве Windows 11. Ну, правда, это... Ну, я не совсем, я играю все-таки на DOS'е. Есть вот, мне ссылку скинули вот там, прям реально будет Windows 11 нативно.
А я все-таки на Доте играю. Получается, это сейчас пятый уровень из 7 или 8. Отсюда застрелит? Да. Это стрелял мимо цели. Так, это же яд. Вернее, токсичные отходы. Так, стоп, а где? А вот дверь. Йеллоукей надо. Ну, пока что игра быстро проходится, прикольно. Я думал, это какая-то долгая история будет. Так, если такими темпами, в принципе, можно и за стримок пройти, видимо. Что происходит? Мост поднялся. А, это все еще только первый эпизод идет? Я понял. Это уже не человек, и тут свечки пошли. Так, он сюда. Честно, у меня рука устала, которая мышку фигачит туда-сюда. Это, кстати, тоже не люди. А это первый шутер от первого лица, или все-таки до него были какие-то? Стоп, я обратно вернулся. Зачем мне привыкать к клаве, если я дальше вторую часть уже буду просто нормальную версию играть? Так, и что мне делать? Бегать? Понятно. Так а что я сделаю-то? Ну я же не могу каждый раз по этой жиже бегать. Наверняка здесь есть способ пройти без урона. Может, я могу выстрелить по кнопке? Нет. А что за звук? Но это все равно тут ничего нет.
Можете что угодно говорить. Ну, правда, не факт, что я буду это там искать или что-то такое. А так можете подсказывать, в принципе, без разницы. У меня хоть и стоит тег, что типа без поля. Ну, не надо просто наперед говорить, да, как бы. А так подсказывать можно. Ну, например, что мне тут делать? Нужно подсказать. Ну, видимо, мне выходить, я не знаю. Стена как дверь, ну и нахрен такой тогда. Не, я такие искать точно не буду. О, закончился, мне теперь пистолет только остался. Еще один был. Темная комната. Неприятно. Мигание это. Он вышел. Это Фобус Клаб было. Значит, мы на Фобусе. Семь минут, спидран, наверное, 7 секунд. Централ процессинг. Так, и что тут? Так я не пойму, а почему люди-то рычат? Или это тоже не люди, но выглядят как люди вроде бы. Красный ключ. А, это тоже красный. А, это зомби? Да ладно, вот это зомби выглядит как человек. На светлой коже. Желтый ключ. Ну, я не знаю, как бы мне было 25 лет назад, честно сказать. 25 лет назад это типа нулевых. Ну, то есть ты уже довольно поздно играл. Я на любом году играл во что? Я играл в Sega Mega Drive. Пока я еще даже не нюхал в то время.
Вроде я привык к управлению. Рука устает, но так в целом привык. А что он целится так хорошо, прям офигеть. И чё, здесь в этой комнате ничего нету? Даже... А, у меня красный ключ появился. Я не заметил, когда я подобрал. Так, а где был красный ключ? Нужен. Так, это вот начало, да? Это начало, и, по-моему, тут налево был красный ключ нужен. Синий ключ найден. Неприятно так сражаться в такой ситуации. Управление слишком... Не настолько я привык к управлению. А, я вышел. Но у меня синий ключ теперь есть. А где нужен был синий ключ? Я что, помню, что ли? Это, по-моему, тупик, да? Или... А, здесь желтый нужен. Да, здесь, короче, желтый. А тут вообще никакой. Нет дверей. Ну тут же нет дверей. Так, непонятно. Налево там были красные двери, это начало, тут желтые. Может, тут где-то еще что-то я не посмотрел. Тут я думаю, не думаю, что тут надо вниз прыгивать. Нет, не подписано. Вообще ничего не понятно на этой карте. Ну, по идее, тут должны быть где-то, но... Ну, хотя бы даже по карте видно, что тут нет дверей, да? Не знаю, конечно, по этой карте прям сложно что-то понять. Наверное, все-таки тут надо искать. А, стоп, вот тут еще какой-то переход. Меня там что, кто-то стрелял, что ли, вот синие двери? Они, главное, безоружные. Я только сейчас понял, что здесь враги безоружные. А, нет, ну он фаербол кидает, я понял. Поэтому всем. Так, что-то лабиринт какой-то. Привет, секрет. Ну, как бы забавно, но рука устает, потому что эти управления, короче, целиком на мышке. Прям вообще целиком. Хоть в том числе ходьба. То есть я управляю одной рукой мышкой. Можно, конечно, полностью с клавиатуры, но что-то мне не понравилось. Как-то с клавиатуры еще менее удобно. Надо просто пырку там пальцы держать. Да, ну как бы, в принципе, я привык уже, но только подустает рука.
Но мне что-то ненормально на клаве. Так, а где? Я где-то не нашел. Ну, так я двумя пытался. И что-то мне не понял, как надо. Ну, в смысле, неудобно слишком. Вот. Желтый ключ найден. Это кто? Тень. А у меня есть патроны для другого оружия сейчас? Есть. Для теней-то, ну да. Тут где-то выход уже должен быть, как я понимаю. Так, это все обратно. Так, и что я нажал? Что произошло-то? Нет. Ну вот. Как курсор ты вверх поднимаешь, это идти вперед. А курсор назад, это идти назад. Ну, курсор вниз, в смысле. Вот тут эта дверь. Так, и чё, куда? Где-то что-то открылось, но... Ну где, что? А, вот же дверь еще есть. Да ничего неудобно, не выдумываю. А, ну это то же самое. Да? Ну да. Не знаю, значит надо попробовать возвращаться, наверное. Сначала. Да тут такая карта. Все понял. Может, тут что-то открылось? Хорошо, хотя бы здесь враги не бесконечные. Вот это прям плюс. В такой старой игре и не бесконечные, это хорошо. А, ну, понятно. Для ценителей. Похоже, то тут нет ничего больше. Да, тут по кругу хожу.
А, стоп, вот это что-то проходит. Труп лежит, значит, этот был. Да, может и просто так, да. Так, ну это я уж тоже мало. Я в любом случае не знаю, тут, ну он видишь, он уже заканчивается. И повторно я не смогу его взять. Привет, картофель. Что ты имеешь в виду? А, это, по-моему, бессмертие, да, знаменитое. А вот это куда проходит? А, тут я ключ нашел как раз таки. Ну, вроде тут больше ничего нету. А смысл? Тут не настолько даже сложно то, чтобы это использовать. Ну, ожидаемо просто секретка. Наушники переподключились. И чё, куда я пришёл? На синего чувака не целится. Я его взял. Ничего не понял. Я протыкиваю, но... А, стоп, он там, а слева это чё?
А, мы серьезно, все-таки надо туда идти. Было долго. Ну, чуть напряжение становится так-то. Восемнадцать минут. Это сложность по умолчанию, вторая сверху вниз. Ну, по крайней мере, у меня она вроде по умолчанию была бы. Красный ключ. Надо искать красный ключ. А, я нашел желтый ключ, но я не нашел желтую дверь. Вот это, по-моему, желтая дверь, да? Это синяя, да? Дверь не очень очевидно подсвечена. Я путаюсь. Так. Да, я иду. Никуда. Нет, я понимаю, но как-то надо приглядываться, и когда вплотную подошел, уже не видно. Мне все еще нужен красный ключ. Не пойму, где я не был. Эти лифты такие странные, еще такие неудобные. Патроны. Ресурсов тут завались, ну, на этой сложности, по крайней мере. Че тут такие дырки-то вниз все видно? Это баг?
где двери-то закрытые? Я тут даже не пойму, где я не был, кроме там, где красная дверь нужна. А, вот по левой стене. Чё? А, у меня синего ключа нет. Запомнить надо, что там синий ключ. Так, по правой стене, что сейчас? А, там костюм, кстати. Стоп, а это куда платформа? А, там какая-то кнопочка. Эта кнопочка просто быстро спуститься вниз, что? Так хорошо, что они звуками предупреждают о себе. Здравствуйте. Так, я вижу синий ключ. Ну я понял, где он лежит, только как-то попасть непонятно. Ой, нашел красный ключ. Ну, игра, конечно, такая, прям плавненькая, бесшовная, чувствуется для 93-го года. Это прям, конечно, приколюха. Я, конечно, не знаю, шла ли она так же плавно на компьютерах того тех лет. Вот и синий. Я, правда, не помню, где мне нужен был синий ключ, но я помню, где мне нужен был красный ключ. Ну, я имел в виду, ну там же, ну как бы эти, ну там мощность компьютеров, она же была не меньше. Может быть там FPS был хуже или отзывчивость была хуже. Это первый правильный, да, по-моему, тут была дверь. Или я что-то путаю. Мне казалось, в этом углу. Че, так тоже можно играть, в принципе. Блин, дверь так чуть не открывается. А, нет, вот там по правому краю, по-моему, надо идти, да? Там будет дверь. Вот это, вот, а, это синее. Ну, тоже нормально. Какая-то кнопочка. А, молодец я, да. Ну, короче, кнопочку нажал. А что сделал? Не знаю.
Какая-то дверь. А, чё, экзит? Я думал, ещё надо куда-то. Киллс 90%. Я не смотрел, сколько было киллс на прошлое. А на Nightmare нельзя, получается, килл 100% что ли сделать? Или там, ну, один раз если убил, и то как бы уже считается. Фобус аномалия. А, там больше 100. Прикол. Ну, как бы, больше 100, ну ты можешь больше 100 нафармить на первом враге? Или надо все-таки всех по одному разу убить хотя бы? Ну, музыка, кстати, на удивление тут заметная. Я думал, в такой игре будет что-то такое просто невыразительное. Но тут что-то... А, именно на Nightmare? Чё мне нажать-то нужно? Карту дали. Ну, звуковая-то, да, я понимаю. Была. Все равно была в этой звуковой карте. Это невидимость просто на время. Первый серьезный противник. Да блин, сколько у него хп. Жесть. А еще второй.
Патроны только для пистолета, что ли, тут дают? 1000 хп? Так, а я тут же, мы же знаем, сколько тут тратится хп. В смысле, с одного выстрела. Ну да, что-то я не понял, зачем невидимость. Если они меня, по-моему, все равно видели. Телепорт. А, это был типа финальный босс этого главы? Короче, что-то пошло не по плану, если краткий перевод. Хотели домой, но нифига. Ну, с сюжетом у них, конечно, прям не густо. Ну, могли бы хоть как-то там под текстом начально писать, что вообще происходит. Ну, я на мышке прошел. Так, и чё, что-то у меня ничего не переключается? Четыреста восемьдесят шестой, ну это уже серьезно. Это 93-й год? Да, это серьезно. По-моему, первый Pentium в 95-м, по-моему, вышел. Кажется. Или в 94-м. А первый Pentium как раз, по-моему, после 486-го был. Ну, короче, я не знаю. А, Escape. The Shores of Hell. Вот, сложность. Hey, not to rope. Я не хочу повышать сложность. Меня устраивает. Тем более тут наверняка сами уровни сложнее станут. О, теперь тут телепорты появились. Значит, уровни станут запутаннее. Да, конечно. Самую сложную главу на Nightmare буду проходить. Да? Ну, я плохо в шатаны играю, тем более с управлением на мышке. Так что мне позволительно на сложность ниже брать. Музыка, кстати, знакомая. Окей. Хорошая комната.
Так, чё? Эта дверь не открывается. Ну, тут же даже на титрах было написано 1995. Значит, версия 95-го года. Кнопочка, чтобы появилась кнопочка. Что изменилось? Ничего. Он реально не успевает КП, урон получить. Это типа намек, что здесь как бы это люди проводили какие-то ритуалы и призвали демонов, что ли? На спутнике Марса. Звучит специфично. Новое оружие, что ли, какое-то? Не, ну тут видишь, тут прям свечки и какие-то эти пентаграммы. Так что скорее больше на оккультное что-то посмахивает. Ну да, не тратится хп, если быстро пробежать. Кринж оружие какое-то у меня бесполезное. Шариками, блин, стреляет. А, стоп, его... А, его нажать и держать, что ли, надо было? А. Ну, выход. А, это другой спутник, что ли? Деймос. До этого мы на Фобосе были, теперь на Деймосе. Containment area. Ну как, ну а док-то тут такой, да, есть такой. Но по факту мы на спутнике Марса. Почему мне отобрали оружие, я не понял. Thank you.
Что-то как-то сложнее стало. А, берсерк. Ну что, типа, с кулака бить сильно надо. А, желтый ключ нужен. Нормально. Подстава. Я не уверен, что это эффективно. А у него кастет, что ли? Я вначале думал, что у него перстень на руке. У него кастет, по-моему. Да, плохая идея. Чего, сначала уровня, что ли? Ну. Вот это плохой левел дизайн, очень плохой левел дизайн. Во-первых, все одинаковое. Во-вторых, упирается в эти углы постоянно, он же их не обходит. Блин, большие такие пространства. Блин, что-то много их стало. Все это была одноразовая акция. Ну, специфически. Что за звук, блин, меня бесит. Я потерял то место, где только что был. А, вот тут.
Тут надо вниз не упасть, видимо. Что-то противников стало как-то прям слишком много. А вы еще говорите, сложность повышает. Так бы непонятно, куда идти и так. Что это значит? Непонятно. Ну конечно, я же не игрок в футболе вообще. Ну по крайней мере такие, где вот надо прям все быстро делать. Ну, либо игрок, но на маленькой сложности. А выход, кстати. Понял. Надо же, не инстагиб. Чё же я должен по кислотам этим-то все ходить? Так, синюю карточку взял. А что с ней делать, непонятно. С ней делать, с ней брать красную. А где были красные двери, хрен его знает. Но желтого ключа у меня все еще нету. Но если бы надо было просто прорваться вперед, это один вопрос. Но тут оказывается высокоинтеллектуальная игра с поиском ключей и нахождением путей. И я не могу же два дела одновременно делать. С таким управлением. Ну да, то, что они не бесконечны, это, конечно, прям сильно облегчает. То есть я вот сейчас могу бегать, в принципе, просто искать, куда мне надо идти, и, ну... Если я вижу противника, значит, я тут еще не был. В общем-то, а там, где я был, я могу спокойно хоть 300 раз обойти. Ну, единственное, только там, где лава, она бесконечная. Или кислота это. Thank you.
Так, это непонятно что-то. Он ХП тратит, наверное. Да, тратит. Я нашел ранец полный патронов. Ну, хорошо. И все? Так. А тут я ключ взял. Зря я сюда пошел. Ну ладно, вон там дверь слева какая-то. Красная, кстати. Чего? Может, теперь выход поднялся? А. Больше 10 минут. 80% убийств. Где-то секретная комната еще, видимо. Рефайнери. Ну, тут патронов много будет. Почемчик-то я взял? А где моя кислота? Тут только токсичные жители. Кидаются на гостей. О, пулемет давно не было. Кислота была. Его пули даже не останавливают. Ну, благо они его убивают все-таки, но не останавливают.
Чё, бочки-то не взорвались? Ну, лол. Классно. О, синюю карточку нашел. А синих дверей я пока не находил. И чё? Ага. Ну, если так подумать, то именно от противников я довольно редко умираю, да? Я бы даже сказал, почти никогда. То есть здесь в основном пока сложность все-таки именно в том, чтобы найти, куда идти. Еще одна невидимость. Зачем здесь столько невидимости? Главное, неуязвимость-то она не дает. Я так понял, вплотную они все-таки меня видят. Нет, зачем, меня все устраивает. Так, вообще, вроде там ничего не пропустил, только противников. А зачем я сюда шел? Ну, блин. Что-то взял, но это просто какая-то фигня. О. Это уже другой разговор. Экзит. Простецкие уровни? Ну, не знаю. Я бы не сказал. По 5 минут, по 10 и больше минут просто прохожу. Но этот быстро был. Деймос Лаб. А, это за решеткой. О. А как я открыл, непонятно. Летающие враги появились. Раньше такой фигни не было. Да чё ж меня заставляют бегать-то по этой хрени?
Что за глаза? 50. Привет, добрый кот. А, вторая сверху. А что там, not be true, по-моему. Но это мое первое прохождение. Да ну. Принц. Да блин, чего у них КП-то много стало так? Зачем я туда иду вообще? Тут вроде же ничего не активируется. Ну, я не понимаю, зачем такой... Ну, если ты прям настолько хороший шутер играешь, может быть и нормально. Я хочу просто посмотреть игру. Зачем мне сейчас какой-то ультра-хардкор устраивать? Еще и 100% делать, зачем? Блин, вот вам и маленькая сложность. Привет, твой человек, у меня нет реквестов. Я не пойду туда наверх, зачем мне не надо. Как же они долго умирают. Ну, что ты там тут делаешь? Ну, как бы я не понимаю, что ты хочешь этим сказать, Джокер, типа, что... Ну, типа, я плохо играю, не знаю, недостойный игрок или что. Как бы, не очень понимаю посылу. Я просто прохожу игру и все, как мне нравится. Как ни странно, эти уровни сложности тоже для кого-то существуют. И вот она, эта сложность нашла меня. Они там все прячутся, что ли?
А как они в этот раз вылезли? Ну, я даже выйти оттуда не смог. Вместе с нуля. А тут нет опции не с нуля. Вот оружие всегда все сбрасывается. Тут если ты переходишь в прошлом уровне, то у тебя есть как то, что у тебя было в прошлом. Я понял, сюда нужно за оружием ходить. Вот для чего это сделано. Один хп. Что-то внезапно стало очень сложно. Я не понимаю, почему. От этой жижи хп тратится, а не броня. Ну, как видите, что-то нифига не просто. Внезапно сложность возросла. Ресурсов стало очень мало, потому что... Ну тут код не нужен, тут просто можно уровень выбирать, по-моему.
по крайней мере, тут автосейв. Ну, как бы... В середине уровня чекпоинтов нету. Нашел синий ключ. Опять эта хрень. Ну, это неприятно каждый раз под водить. Так, ну, у меня, по крайней мере, теперь есть патроны. Ну, хоть чуть ресурсов набрал. Ну вот, уже получше. Еще рычит. А как он не умер там? Так, и чё? Чё за глаза с уроном тут? Ну, я что-то нажал. Ну ладно, видимо, здесь больше ничего не надо. Опять невидимость. О. Ой, все красное. И синее. Желтый ключ нужен. Где же взять желтый ключ? Спасибо, что не до смерти. Кринж. О, здравствуйте. Знакомые ребята. Тут, кстати, нигде не написано, как они называются. Не, ну то, что там с нуля не начинал, да, ну то есть начало уровня уже все равно начинал. Как это вот. Но в игре не написано, что он так называется, так что не знаю, это все ваши выдумки. Обычные двери.
Серьезно, ну что за кринж? Пофигу. Нет, ничего такого не пишет. Опять ловушка, что ли? Или чё? Ну, патронов дофига, по крайней мере. Ракеты найдены. Ну, а с чего мне запускать ракеты? Интересно. Какой мне ключ-то нужен, непонятно. Для этой двери. Понятно. А где я вообще и как мне отсюда выбраться? Блин, я боюсь свалиться. Так. Неприятная хрень. И чё? Возвращаемся. Куда? Подожди, куда? Блин, уже обидно будет умирать-то. А чё я туда ходил-то в итоге? И чё я там нашел? Ничего. Ну так, глобально. Ключей, по-моему, я там новых не находил. Хотя, стоп, то судя по карте, там еще есть серые зоны. Да и звуки какие-то там неприятные. Вот оно чё. Блин. Ладно, иди сюда. Что-то он тупит. Что я нажал? Ну, видимо, все, что нужно было сделать, я сделал. Тут. Вот этого прохода, что ли, не было или что? Нет, стоп, был, по-моему. Или не было? Может и не было. Ну тут красненький пол, как бы.
И чего? Тут же нету кнопок каких-то. О, кстати, это что, выход, что ли? Там как будто окошко какое-то, но как туда попасть? Стоп, а где выход-то вообще из этой локации? Я куда-то упал. Не понял. Это, видимо, секретка была, так называемая. Так, мне надо туда к выходу только, видимо, через другое место как-то, через вон правую локацию, как-то на юг потом. Блин, запутанная жесть. Не понял, выглядит на карте как будто дверь. Или что? Но ничего не происходит. Все, это тупик. Ну, я туда, я помню, сюда спустился, по-моему, как-то или свалился. Блин, ну слушайте, что-то слишком длинный уровень. Это как-то вообще... Если я сейчас умру, это будет прям совсем неприкольно. Смотрите, там еще был проход. Мне не зря карту, видимо, дали, да? Ну да, но я пытаюсь, но как бы тут, видишь, проходы-то закрыты многие. Тут типа был секретный проход, что ли? А, или не секрет, а не секрет. Или нет. А, стоп. Я оказался не там, где я думал, что я окажусь.
А, ну, кстати, вот это я пришел туда, куда думал, что я приду. Надеюсь, это начало. Типа секретка. Бывает. Если переигрывать, то вот это сразу находишь, и намного легче начало уровня тогда. А где я еще не был там? Ну, то есть выход я понял, где. Вон там внизу справа. Мне какой-то телепорт надо найти, что ли? Тут еще эта кислота, я же не буду по ней там исследовать. А, ну вон серая эта область. А, ну стоп, ни хрена себе. Ну, не знаю, в общем, тут нет двери вроде. Очень много, больше 30 хп, по-моему, потратил. У меня вроде сотка была. Да ну выстрелом, да не. Да я не буду же это со мной. Опять пойти. А где-то еще были двери, через которые я не мог пройти, или я уже все пооткрывал? Но это я опять к этой башне вернулся. Может, там все-таки можно было что-то сделать, там, где выход. Ну, а как еще? Ну, не знаю, просто прыгать туда, ёлы. Вниз. Ну, звучит страшно. А если это гейм-овер? Это будет большая печалька, чтобы я не туда зашел. А, по-моему, я забыл, как туда надо пойти. Сейвы, ну это ж какой-то абуз, я не знаю, мне кажется, без сейвов предполагается прохождение. Что-то. Не забыл, это в башне, что ли, был проход? А, вот это.
Ну, как бы я в любом случае до двери не достану, даже если это внезапно не лава, то какая разница, ну я упаду вниз и что? А вот там, по-моему, выглядит как место, куда можно встать, да, внизу. Или это меня глючит? Нет, ну судя по карте, там как раз вроде квадратик какой-то. Ну что, реально что ли сохранится? Ну блин, ну это же тупо. Это просто выход назад. Ну это типа на случай, если свалился, да? Угу. Ну, короче, тут ничего нету. Ну, у меня одна только серая область, но там нету прохода. Ну, все равно идти туда и что-то пытаться выстрелить в стену. Так, а чё, я не знаю. Ну, я выстрелил в эту стену, ничего. Типа, я где-то кнопку на стене пропустил? Но вряд ли она где-то вот тут будет, далеко от того места. То есть, скорее всего, где-то там, ближе к тому месту, да, она должна быть. Может, наверху башни они все сделали? Хотя вряд ли. Я же здесь открыл проход как раз-таки наверху башни, да. Вряд ли тут будет еще одна кнопка. Я вот сюда встал и открылся проход. Вот этот. А почему оно коричневое? А, коричневое это, по-моему, окна, да? Ну вот там вот какая-то. А, ну там просто синенькая штучка. Блин, не знаю. Выход так рядом, но как-то войти непонятно. Только что ты говорил, по-моему, что попробуй пострелять в стену в другом месте.
Так может тут дверь где-то. А, ну хотя на карте была, да? Кринж. Плохо. Мне такое не нравится, конечно. Как минимум потому, что туда безопасно нельзя дойти. Полчаса. Командный центр. Это предпоследнее. Ну, это пройду эту главу. Ну, вот не этот уровень, а эту главу вторую. И на сегодня хватит. Хотя, конечно, если тут сейчас будут опять по полчаса, это будет проблемно. Но я в итоге сейф не забуду. Опять карту дают полную. Это стали щедро карту дают. Жесть, большая карта. А тут уже нажатая кнопка. Это типа они нажали, чтобы выйти. А чё эти не нажимаются? Надо два человека одновременно, чтобы нажало. Куда-то спустился. Проблема, что еще карта-то плоская, а тут вон этажи есть. Так, что-то сюда не хочу идти. Но ресурсов пока дофига тут дают. О. А где туда проход-то? В чем прикол? Ладно. Охренеть.
Когда я тебе разбрал тут дробовика. Так. Короче, я пока заблудился, вообще не знаю, куда я иду. Я вообще не сюда хотел, по-моему. Тут же у меня был какой-то проход. Вот, да. А, ну тут надо по зелененькой. Ладно, терпимо. Ой, это уже труп висит. Пока не было дверей, закрытых с этими ключами, может быть, тут этого нету. А, ты? Пулемет, в принципе, нормально разруливает. Чего, экзит? Да ладно. Это было немножечко быстрее, чем прошлая миссия. Halls of the Damned. Это финал? Ракетница? Видимо, она тут для дела. А ракетница такую на 5 кнопку, да? А, ну, видимо, тут арена, но я понял. Или что? Сейчас нажму кнопку и начнется великое сражение, да? Нет, просто аптечку дали. А, да, это даже не просто аптечка, это легендарная. Стоп, а у меня утонул пол-то. А, и чё? Что ты сделал? Какая-то дверь. Закрыта. Так, стоп, я ж тут был, да? Ага. А. Ой, это чё у меня? А, это новый синий ключ? Теперь это так называется? Зачем они иконку ключа поменяли? Угу. Невероятно. Красный череп теперь надо.
не нажимается. Где? А, это вот было сюда. А, блин, кривер ходячий. Да откуда они повылазили-то? Не знаю, что этот факел значит. Ага, слышу. Сейчас там вылазили. Да. Не? А, вот они где. Так, ну зачем я туда заходил? Плазмоган? А, ну это вот это 6 плазмоган, видимо. Да, тут эпилептики вышли из чата уже давно. Блин, тут тень, что ли? Я не вижу. Нашел красный череп. Не тень. Ну и тени бы, наверное, слишком тупо было бы сюда вставлять. Надеюсь, они так не сделали. В смысле, это и есть двустволка. Ну, вернее, одностволка, конечно, но я имею в виду дробовик. Ну, на цепу 3 дробовик. Вот. О! И отключили. Вот нахрена это невидимость, если он все равно меня увидит, и я до сих пор не попаюсь. Так, а где выход-то? Так, это что-то не то. Это... Так, а где выход?
Подожди, Final Doom это вообще третья, типа, даже не третья часть, а типа дополнение ко второй. Я читал чуть на Вики. Ага, Эктон, мне нужен теперь коричневый череп. Чё я еще тут не нашел? Лабиринт, конечно, такой. Ой, что, у меня заканчивается эффект? О, я думал бесконечный. Ну, кстати, судя по карте, тут нету мест, где я не был именно в этой части. Наверное. Вот тут вот я не был, походу. Людям нельзя сюда. Там была ловушка, оказывается. Так, ну я очки пока не буду брать. Только когда обратно в темноту пойду, тогда возьму. Для чего эта кнопочка? Непонятно. Так, это я понял. Так, я по часовой стрелке пойду. Почему-то я захотел это выстрелить. Надо было вон во что выстреливать. Ну, короче, очки просто так потратил. Ну и ладно. По крайней мере, патронов вообще нету недостатка тут. Это просто ресурсная комната. Стоп, это что? Еще один выход. Может, у тебя монитор был хреновый, когда ты проходил? Плохо настроен. А сейчас у тебя другой монитор, и тебе кажется, что по-другому. Либо стрим так кодируется. Ой, все, я нашел выход. Повыходили, ну все, повыходили, жесть. Стоп, это не то. Ну, может, из-за стрима, не знаю. Винш.
Фух, ну, в принципе, это интересный был уровень, мне понравился. 84 убийств. А через что ты играл, подожди? А, у тебя PlayStation, говоришь, была? Spawning Quads. Ну, это, видимо, последний уже. Не знаю, что это через бетон. Да блин, забыл зарыть кнопку. Да что ж такое? А что тут трупов столько уже? Думали, я тут растеряюсь дробовиком, как бы не так. Это чё? Клинч какой-то включился. Вряд ли бессмертие. Блин, офигенное мелькание. Это вообще не страшный. А чё он, как бы он так типа его рисует, как будто бы это главный противник в игре, а в итоге он вообще он медленный, медленно стреляет, просто шариком. Ничего такого вообще, абсолютно. А, то есть просто дизайн понравился? Ну ладно. Только кто там шариком не стреляет? А, то есть от сложности. Так, ну все, тут вроде. Ну ладно, я понял. То есть я не прочувствовал эту сложность. Бывает. Так, а для чего это, для чего эта комната? Пройдена для чего-то. Тут ресурсов как-то вроде особо не было. Угу. Карта. Что за скелетная водка? Я что-то такого, по-моему, не видел. Спойлеры? Почему тут показывает проход? Ну ладно.
На другом этаже, может быть. Хорошо, что они хотя бы тупые. О, чё, у меня машинганы слишком много. Ну давай. Что-то нажал. Мне, конечно, не очень нравится то, что здесь этот, ну как-то, ну не знаю, но если это рассматривать, конечно, как игра пазл, тогда может быть и нормально, но все равно, ну, вот это как бы то, что ты нажимаешь кнопку и просто хрен знает зачем, что-то произошло, и самое главное, что ты в большинстве случаев можешь даже и не узнать, зачем ты ее нажал, потому что до места, которое она блокировала, ты еще не дошел. Ты просто нажал заранее, и все, как бы. И потом пришел и не знал, что там было чуть раньше заблокировано. Привет, Коги. Желтый ключ. Вот уроды, плохо видно их отсюда. Стоп, а что это за комната? Я в ней был? Ну, в любом случае не мешает спуститься. Нет, Гоги не чувствую. Ну, как бы, ну, игра имеет, как бы, свою фишку. В целом, то есть, я понимаю, почему она популярная стала. Но фанатам нет, это уже перебор. Выход. Интересно. Ну, управление специфичное, хотя я уже, конечно, сильно привык, но, типа, ты видишь, я это... управляю, вот. Да, управление чисто на мышке. Ну, насчет, представь, что играешь там 40 лет назад, это как бы, смотри. Это все хорошо как, тогда, когда ты вот проводишь исследование историческое, да? Тогда ты можешь оценить, как бы, насколько игра была там хороша в свое время. Но я же тут диссертацию не защищаю, да? Я просто играю в игру и смотрю, насколько она мне нравится. В разрезе лет, конечно. О, здравствуйте. А чё, у меня много хп, что ли, снёс? Ты чё, даже не заметил, что у меня мало хп.
Блин, что если честно, я подустал. Давайте, наверное, все-таки я на этом закончу. Как жалко, я последний уровень в этой штуке. Ну, как бы. Ничего, гарантия, все равно не конец еще игры. Потом допройду.